Одни из самых предприимчивых и активных людей района отметили свой профессиональный праздник – День предпринимателя. Торжественное мероприятие состоялось в городском доме культуры. Здесь собрались представители власти и бизнес-сообщества города и сельских поселений. Присутствующих в зале от имени главы района поздравил первый заместитель Александр Демченко. Примите самые добрые, сердечные, искренние поздравления в ваш адрес. С Днем российского предпринимателя от имени главы района, от имени районной администрации Совета депутатов. Это праздник энергичных, активных, инициативных людей. Это праздник людей ищущих. Это праздник людей делового сообщества. Праздник людей, которые вносят, на мой взгляд, очень заметный и существенный вклад в социальную и политическую стабильность нашего муниципального образования. В Лабинском районе официально зарегистрировано более 4500 хозяйствующих субъектов, а всего работает в этой сфере порядка 14 тысяч человек. Ежегодно оборот в малом и среднем предпринимательстве составляет свыше 17 миллиардов рублей. Именно предприниматель развивает экономику, именно предприниматель он создает рабочие места, формирует бюджет государства и местных, и муниципальный бюджет. Именно предприниматель, наверное, поддерживает, предпринимательство поддерживает конкурентный тонус экономики. Именно предприниматель сегодня формирует новый слой, социальный слой общества. В торжественной обстановке подвели итоги районного конкурса на звание лучшего индивидуального предпринимателя и предприятия малого бизнеса. На мероприятии отметили лучших в аграрном комплексе лабинцев, занятых в сфере торговли и бытовых услуг, в производстве, а также строительстве и общественного питания. Победителями конкурса муниципального образования стали 5 человек. Им вручили почетные грамоты главы района. В этот же день наградили 7 успешных предпринимателей, которые активно участвуют в жизни города. Во многом благодаря их деятельности и объему налоговых поступлений в бюджет развивается инфраструктура, социальная сфера. Я хочу пожелать вам самое главное, чтобы у вас исполнялись все ваши желания, все ваши новые проекты. Естественно, надежных партнеров, самое главное, и, конечно, оптимизма в нашей жизни. Благополучия вам всем и, самое главное, процветания вашего бизнеса. Труд предпринимателей высоко ценят сотрудники банковской сферы. Для виновников торжества они создают выгодные кредитные схемы. На празднике лучших клиентов отметили наградами. Уважаемые предприниматели, действительно, сегодня не только структура государственная, но и все ветви власти, конечно, с надеждой смотрят на вас, потому что вы не только строите свое благополучие, вы прежде всего даете рабочие места, а значит, благополучие организуете тех людей, которые работают у вас. За это вам большое спасибо. Наталья Твиненко, Георгий Собов, телекомпания «Алабам».